Ребят, 6 малышей поправились и уехали в приют. А на их место привезли еще, сейчас 3-го везут. Всего малышей 5, но плохо стало 3-м. Вчера привезли ночью 2, они капаются. И сейчас привезут 3-го. Ребят, прививка. Даешь прививку, ее пробивает. Я не знаю, почему так происходит. Я не знаю, как в других приютах. Внешне малыши хорошие, все, но резко начинается рвота и понос. После прививки где-то в течение 5 дней. И тоже девочка. Из тех, которые были первыми, осталась только одна малышка. Но она тоже идет на поправку. Тоже идет на поправку. И даст Бог, это малышка, у которой нет вен, и мы капаем ее только в холочку. Мы назвали ее Иса. Маленькая Иса. У нее вообще нет веночек, поэтому мы ее капаем в холку, делаем укольчики, даем таблетки. И ребенок потихонечку начинает выздоравливать. Да, котик мой? Мое солнышко. Красавица маленькая. Это Иса. Рыженькие, обычные. И ребята, чаще всего такие малыши зависают в приюте. Но мы делаем все, чтобы пристроить. И у нас такие малыши пристраиваются. Не все, к сожалению, но пристраиваются. Главное, всем вместе искать им дом. Они имеют право жить. Вот сейчас 2 сестрички. Нет, братик и сестричка. У нас наконец-то появился мальчик, но лучше бы он не появлялся. Лучше бы был здоров и к нам никогда не попадал. Мальчишка будет очень красивый. Когда подрастет, будет потрясающе красивым. Ребят, присмотритесь к нему, пожалуйста. Как только он поправится, я сделаю красивые фотографии. Ребят, а давайте все вместе попробуем найти малышу дом. Вот все вместе соберемся и начнем его пиарить везде-везде. Попробуем, что у нас получится. Давайте, ребята, ну неужели мы столько нас народы, и мы не сможем найти для ребенка дом? Обязательно его семья где-то ждет. Ждет. Просто она еще не знает, что он у нас. Ищем, ребята. Ребенку нужен дом. Ничего. Все будет у нас хорошо. Обязательно все будет хорошо. Ты мой красивый. Ты мой хороший. Да. Что такое? Что мой золотой? А вот это, ребята, полностью скелет. Скелет, скелет. Не знаю, как сейчас буду. Вот такой ребенок у нас. Да, маленький. Тоже рвота почему-то непонятно. Понос пока не видела. Но она как скелетик, она высохла вон вся. Да, ребенок. И вен нету. Еле-еле нашли венку на задней лапке. Будем капать сколько сможем, да? Вот так. Да, красота моя? Маленькая моя. Приходится держать вот так лапку, чтобы она ее не сгибала. Да? Моя хорошая девочка. Моя маленькая. Братик поправился. Уехал в приют. И вообще интересная окраска. Она как ягуарчик. Пятнышками. Не полосочками даже как-то, а как кошка. Пятнышками. Первый раз вижу такую раскраску у собаки, чтобы пятнышками была, как ягуарчик. Да, девочка моя? Каких же кровей в тебя только не намешали. А, солнышко. Когда капаем глюкозу, медленно-медленно. Они всегда спят. Глюкоза вместо снотворного. Дай Бог, чтобы этот сон был выздоравливающим. Друзья, спасибо вам за то, что вы с нами. Искреннее, большое спасибо.